именно тело испытывает, как показывает практика, больше стрессов. Идут различные воздействия окружающей среды, и стрессы организма, все это так или иначе, даже элементарная одежда может вызывать раздражение. Хотелось бы затронуть такую марку, как кинзо. Уникальный божественный уход кинзаки, потому что помимо борьбы с основными проблемами, это есть еще и ароматерапия. Любой уход за телом начинается с, прежде всего, скраба. Молочно-рисовый отшелушивающий крем представлен в марке кинзаки. Его текстура, его внешний вид позволяет вам не только очищать мягкий пилинг, можно сказать, да? Не только очищать, но и увлажнять. Это как вуаль на вашем теле. Наносить можно двумя способами. И на влажное тело, и на сухое. Охлаждающий гель для тела бамбук. Легкая текстура, которая превращается в воду при соприкосновении с кожей, создает леденящий, холодящий эффект, который пробуждает и в то же время заставляет вырабатывать гормон счастья. Еще одно уникальное средство – это кашмир из линейки лотоса. Кашмир – это уникальный продукт с пудровой текстурой. То есть, если обратить внимание, то имеется осадок, повышенная концентрация лотоса. Вот это порошок лотоса. Это очень дорогостоящий компонент. Хотелось бы обратить внимание на новинку марки Guerlain Success Future Body. Это гель-крем для тела, можно сказать, даже лосьон с лифтинг-эффектом. Большой акцент именно на коррекцию фигуры. Основной компонент данной продукции – это янтарь. Заставляют вырабатывать дополнительные липиды, которые расщепляют жиры, выравнивают кожу и также придают ей эластичность. Многозначительная, многофункциональная линейка Givenchy No Complex. Без комплексов новинка этого года – это омолаживающий крем для тела. Заставляет кожу вырабатывать и поддерживать коллагеновую сетку и, что немаловажно, бороться с антивозрастными проблемами. Есть также отдельные средства для отдельных проблемных зон. Начнем сверху. Это, конечно, декольте и сыворотка для бюста. Благодаря компонентам, которые туда входят, в частности, это экстракт пшеницы, данная сыворотка дает моментальный эффект подтягивания кожи в области декольте. Любая девушка хочет плоский живот и осиную талию. Для того, чтобы бороться именно с этой зоной, существует отдельная сыворотка, которая позволяет ускорить обмен веществ именно в этой зоне. Также она выводит излишнюю жидкость из организма. Крем для бедер. Универсальная вещь с йогуртовой текстурой и нежным ароматом. Данный крем можно использовать днем и вечером. Он обладает действием расщепления, корректирования и также увлажнения глубокого именно для зоны ягодиц и бедер. Марка Dior акцентировала внимание в этом году на новом продукте Dior Swell. Заставляет не откладываться жир, а ткань работать на выработку компонентов упругости. То есть тем самым вы получаете тонус, тем самым вы боретесь с коррекцией и корректируете свою фигуру. И помимо этого ваш организм начинает функционировать по-другому. То есть он начинает работать на упругость вашего тела. Thank you.